на сегодняшний день мы ожидаем, что рынок мебели будет трансформироваться и будет превращаться потихоньку в то, что уже есть на сегодняшний день в европейских странах. То есть в первую очередь европейские страны на сегодня предлагают действительно качественную мебель, в которой используется оптимальное количество материалов и есть возможность получить, скажем так, оптимальную себестоимость, влияющую на конечную цену реализации. И таким образом достигается доступность по цене, доступность по дизайну, по качеству, по наличию, по ассортименту. Соответственно, мы смотрели на опыт наших западных коллег по отрасли, наследовали, изучали и попытались что-то подобное организовать в Украине, у нас на родине. Да? Вопрос, скажем так, ну, я не буду говорить громких фраз из серии, что это единственная вещь, да, то есть, но могу однозначно сказать, что в таком формате, при таких площадях, с такой подачей экспозиции в Украине на сегодняшний день заведений подобного рода нет. В гипермаркете есть 4 отдела, это товары для дома, это кухни, это корпусная мебель и мягкая мебель. Соответственно, в каждом из отделов есть, условно говоря, подотделы, в которых можно найти прихожие, спальни, малые формы мебели, столы, стулья, обеденные группы. В товарах для дома есть ассортимент постельного белья, сувениров, есть замечательные интерьерные приспособления, которые будут украсить свой дом, сделать его более уютным, красивым и, собственно говоря, получить уже, вот, наверное, то, к чему стремится каждая хозяйка в своей жизни. Мы даем возможность пойти посмотреть. Самое в этой ситуации интересно, на мой взгляд, что эти же товары, которые мы продаем в товарах для дома, да, мы используем для, скажем так, декорирования экспозиции. И когда человек может посмотреть, ну, условно говоря, целую комнату, да, в которой есть предметы мебели, предметы интерьера, и создается целостная картина, впечатление общее от того, что может быть реализовано в конкретной квартире, в конкретной комнате у конкретного человека. То есть принятие решения о покупке становится более легким, доступным, потому что есть возможность увидеть и представить. Это, на мой взгляд, замечательная опция и замечательная возможность для житомирян украсить свои интерьеры, сделать их более домашними, уютными и все свои дизайнерские замыслы реализовать без всяких ошибок и очень легко.